Я выключаю телевизор, я пишу тебе письмо, брат, что больше не могу смотреть. На дерьмо, брат, что больше нет сына, то, что я почти забил, но не забыл тебя. Всем привет, дорогие друзья, с вами Костыль, добро пожаловать на новый видос, собственно, друзья, давно у нас не было обзоров модов, и как я говорил, друзья, я буду снимать обзоры модов, да, как бы, но, только самое качественное, вот прям очень качественное, друзья, и сегодня у нас именно такой мод. Кстати, я вот включил шейдеры, друзья, вот, меня вообще почти не лагает, да, но я вот начал запись, меня начало немножко лагать, в принципе, а так стабильно 50 FPS, в принципе, нормально, друзья. Нормальные шейдеры, так сказать, нашел. Здравствуйте, жители, вот, что вы здесь ходите, да? Угу, точнее, не ходите. Короче, друзья, сегодня у нас обзор, ну, просто, друзья, на легенду. Ну, как на легенду? Это не особо даже легенды, знаете. Короче, друзья, это Иш, планета, соответственно, 3. Да, это вроде 3. Да, вот, друзья, планета, соответственно, Иш. Это капец, пацаны, это просто, ну, это обалденный мотоцикл. Конечно же, я хотел бы покататься еще на Иже 5, но его, в принципе, еще не сделали. Ну, в принципе, пофиг, друзья. Я вообще хотел, знаете, вот я всегда хотел, чтобы в Майнкрафте была яма. Вот кто шарит за мотоцикл, то знает, что это за мотоцикл, как бы, ну, ява, друзья, ну, это просто, ну, это просто обалденный мотоцикл. Я, друзья, хочу его себе в жизни, может быть, когда-то куплю, да. Давайте, друзья, малёха расчистим, соответственно, у нас, друзья, имеется вот такой вот, как бы, так сказать, я специально построил для обзора модов вот такой вот, соответственно, как бы вот, типа сарайчик такой старенький. Если вы хотите, друзья, видос, как бы, ну, точнее, блин, как, в смысле, ну, блин, друзья, вы, наверное, хотели спросить, типа, ну, что я делаю именно в деревне номер 13, а не хлебном, друзья. Друзья, скоро, это криминальная Россия перейдет вот сюда, как бы, и здесь все закончится. Ну, ладно, друзья, сейчас я не буду ничего спойлерить, я ничего не буду спойлерить, друзья, это все как-то вот так вот, друзья. В принципе, я даже хотел снять, типа, видос, типа, купил там у жителя какой-то там гараж, типа, что-то вот это вот, и там будет, типа, всякое вот это вот. И, друзья, сюда идеально, мне кажется, подойдет вот этот ижак, в принципе, ну да. Хотя это даже не ижак, друзья, это планета, в принципе. Планета и ижак — это разные вещи, друзья, но, в принципе, как-то так. Да, ну, как бы, здесь иж, а здесь планета, в принципе, блин, подождите, а где логика? Ладно, друзья, пофиг. Короче, друзья. Я, друзья, если что, сейчас записываю со звуком, я очень редко записываю со звуком, но сегодня, друзья, именно тот день, то, соответственно, время. У нас, друзья, соответственно, в этом моде, давайте я вам покажу, друзья, собственно, у нас, у меня тут другие моды, друзья, стоят, не обращайте внимания, собственно, вот, Иш, планета 3, друзья, это, соответственно, вот такая вот планета, да, Кеш, спасибо, что ты у меня есть, друзья, здесь, короче, единственный минус того, что здесь, ну, типа, ну, вот этой самой, типа, ну, как бы, яйца вот этого спавна, да, то, что она, типа, PNG, понимаете, вот какая она, типа, ну, и очень, друзья, лагает, вот, типа, вот сейчас вообще не лагает, а вот здесь прям просто лагает 25 FPS, пацаны, где-то, ну, это капец, пацаны, да. Ладно, в принципе, что имеем, то имеем, в принципе, можно потом подредактировать файл, как бы, и сделать, как бы, не PNG, а JPG, или как там это называется, ну, точнее, PNG, только в маленьком разрешении, как бы, лагать не будет. Также, друзья, у нас есть ключи, соответственно, от Иш планета 3, друзья. И я заметил, как только я парковал сюда, соответственно, эту как бы планету сюда, да, она заводится не сразу, друзья. Вы понимаете это? И, кстати, ключи действительно реалистичные, друзья. Если что, как бы, ну, на планете, друзья, ключи — это не просто ключи, как автомобиля, да. Там специальная такая заглушечка, я бы сказал даже, да. Она вставляется, соответственно, в, ну, соответственно, в, давайте вам даже сюда покажу, в фару, вот сюда, здесь вот, это, ёб твою налево. Вот сюда, друзья, она вставляется. Вот почему-то она уже здесь вставлена, если она у меня в руках. Почему она здесь вставлена, я не знаю. И вот, и ты ее проворачиваешь, и она заводится, как бы. Это очень прикольно, друзья, сделано. То есть, ну, создатель мода вроде Валитов или Валитов, я не помню. Постоянно путаю его название, как-то, ну, название, как имя, типа, да. Ну, как-то так, друзья, ладно. Я, друзья, честно говоря, разучился уже снимать обзоры модов, в принципе, так что, друзья, ладно. Соответственно, садимся. Хопа. Все, друзья, у нас завелась. И у нас, друзья, вот такой вот баг почему-то случается, типа, что. Типа вот когда включена фара, да, здесь вот какая-то невидимая фигня какая-то, вы просто посмотрите, друзья, то есть текстура вот именно вот этой фары, видите, вот смотрите, она, это X-ray, пацаны, X-ray, то есть не видно вот таких вот маленьких частиц, типа, ну, типа дверей, вот паутины, вот типа, это тоже баг такой какой-то, но в принципе пофиг, друзья, садимся, друзья, и заводим ее. Видите, с первого раза не завелась, друзья, с первого раза не завелась, это очень классно. Вот, друзья, Kickstarter, соответственно, вот, как-то, друзья, вот так вот, собственно. У меня еще, друзья, вроде как это из-за шейдера, вот такие вот, собственно, вот такие вот потертости есть, как бы. Не знаю, если это без шейдера будет, конечно, наверное, мне кажется, это будет тоже. Или не будет, не знаю. Мне кажется, это из-за шейдеров. Ладно, друзья, заводим. Ой, вы просто послушайте, если вам слышно, друзья, это просто обалденно.
просто. Ну, вам, наверное, должно быть слышно. И, друзья, выезжаем. Сейчас попробуем выехать. Так, это... А, понимаю, друзья. Здесь... Нет, мы не можем ничего ломать. И поехали, пацаны. Просто поехали. Уф, пацаны. Ля, какой я. Блин, было бы еще классно, знаете, вот. Там еще был мод на Ямаху какой-то, да? Там он, типа, поворачивал. Ну, типа, вот так вот колыхался в сторону, Если бы здесь тоже так было сделано, было вообще балдежно. Пацаны, просто посмотрите, как он отщелкивает, просто. Уф, просто сосочка, пацаны, сосочка. Обалдеть. Так, у нас здесь инвентаря, соответственно, не имеется. Это очень правильно даже сделано. Капец, друзья, здесь есть анимации. Руля, в принципе, смотрите. Какие-никакие они здесь есть, как бы, да? Вот, по деревеньке просто чисто покатаемся, вот так вот, балдежно. Слушайте, друзья, давайте парканемся где-то вот здесь, вот, тихо-тихо, молодой. Тихо-тихо, так, тут мусорка, друзья. Просто чисто гоняем по деревне, да, такие школьники. Ладно, друзья, так, подождите, как его завести? Вот, все, завел, друзья, отлично, отлично. И, соответственно, выдергиваем ключ. Все, у нас, друзья, ключ вот так вот, друзья, как бы, ну, нажимаете на Shift, соответственно, и правой кнопкой мыши, друзья, ну, именно... А у вас как бы на телефоне, это, соответственно, давайте я вам сейчас даже покажу. Вот, у вас там будет кнопочка сесть, только там выдернуть ключ или как-то так будет, это все. Да, соответственно, друзья, у нас вот такая фара. Кстати, она очень прикольная. Ну, как, наоборот, даже не особо прикольная, как бы, ну, блин. Короче, реалистичная, реалистичная, да? Блин, крутой мод, друзья. Ах, да, друзья, вы, наверное, уже поняли, что этот мод приватный. Да, друзья, но мне этот мод достался бесплатно. Благодаря моим, как бы, общим, как бы... Нет, подожди, на языке крутилось, только что забыл. Так, благодаря, друзья, моему кругу, собственно, общения такому большому, я получил эту, собственно, планету бесплатно. В принципе, давайте, друзья, ее посмотрим даже более детально, я бы сказал. Да, я это так сказал. Собственно, у нас имеется вот такой вот мод. Да, здесь даже, смотрите, здесь даже маркировка ИШ. Друзья, вот это вот реально прикольно. То есть, ну, блин, автор реально знает, что такое ИШ, наверное. Если даже он не знает, он, наверное, это все изучал. И очень большое ему спасибо. Как бы, вот, это просто, друзья, капец, реально. Блин, вот когда, друзья, добавят просто, вот, блин, режим спектатора, я не понимаю. Его, конечно, добавили уже в 1.19, да, но он там кривой, капец. И, блин, это такое. Когда, блин, добавят, надо мод какой-то скачать на режим спектатора, чтобы было легче, как бы, играть. Чего? Инопланетяне? Ладно, друзья, собственно, давайте сейчас все посмотрим. Соответственно, вот у нас голова вот такая вот. Подожди, почему она так стоит? Она же вроде должна быть идеально прицеплена вот сюда. К, соответственно, блоку самому, или нет, подождите, я что-то не помню. Ладно, пофиг, друзья, у нас, соответственно, здесь имеется карбюратор, здесь у нас фильтр, здесь у нас выхлопная труба, здесь у нас подножечка, здесь у нас, соответственно, почти слева, это тормоза, да, задняя. Так, дальше, что у нас имеется? В принципе, все. А вот здесь вот, друзья, не проработано, а вот здесь вот, в вот этих вот местах, друзья, вот этом вот месте, должен стоять, вроде бы, как, или подождите, или нет, подождите, а на планете какой там, какое зажигание? Не-не-не, там вроде обычное зажигание, не электронное. Тогда все правильно, да-да-да. Что-то я сам, друзья, забылся даже, честно говоря. Вы, наверное, вообще не всекаете, о чем я сейчас говорю, в принципе, но лучше, друзья, даже и не знать. У нас имеются вот такие вот поворотнички, соответственно, вот так вот все имеется. Здесь у нас, соответственно, передний тормоз, здесь у нас сцепление, друзья. Ну прям все офигенно, ну офигенно сделано. Или подождите, я что-то вообще забылся, подождите. Сцепление... Да, это все правильно, сцепление вроде отсюда, да? Я просто давно на мотоцикле, друзья, не катался, в принципе. Я уже все забыл, друзья. Реально, честно говоря, друзья, это капец. Тут у нас спидометр, соответственно, имеется, который никогда не работал вообще. Это правило просто. Если он работает, то это просто божественный мотоцикл, как бы. А так он всегда, друзья, не работает. Ладно, друзья, вот такой был мотоцикл, собственно. Вот такой был видос, друзья. Если вам понравился этот видос, я оставлю даже, друзья, ссылочку на, соответственно, мод. Но нет, я вас обманул. Да, потому что это приват. Но я все равно оставлю ссылочку на оригинал видео, соответственно, там все будет показано, друзья. Короче, этот мод, друзья, можно купить за 100 рублей в соответственно, группе ВКонтакте. Я, честно говоря, не знаю, что это за группа, потому что, ну, я туда даже не заходил ни разу. Но, друзья, я оставлю ссылочку, соответственно, на оригинал видео, соответственно, ну, этого, соответственно, человека, который сделал этот мод. Да, я надеюсь, вы поняли, потому что я ничего не понял. В принципе, друзья, вот так вот как. Короче, жители, ой, извиняюсь, да, все. Короче, друзья, всем пока, до свидания, здрасте, всем привет, пока.